Теперь давайте поговорим о гламбэк. На моей фотографии к этому видео вы видите, что, ну, как выглядит коробка сама, в которой эта косметичка упакована. Вот такая косметичка, закрывается она на вот такую кнопочку. У нас такая уже одна, как я говорила, есть. По-моему, в апреле или в мае я ее покупала. Вот, в апреле, скорее всего. Это июньский номер. Ну и, соответственно, к сожалению, что я могу сказать, вот такая косметичка мне досталась с дырочкой. Увы и ах, даже не знаю, что делать, потому что это, конечно, брак. Но давайте посмотрим, что внутри. Вообще эти косметички большие довольно, они удобны для переноски каких-то либо косметических средств, когда вы едете с собой, либо брать завтраки с собой на работу, либо для детей в колледж, в школу. Значит, вот такие вот книжечки в каждой косметичке кладутся. И здесь описание всех средств, которые находятся вот в этой вот самой коробочке. Что же мне сюда положили? Давайте будем вынимать в порядке. Чистая линия, солнцезащитный крем для загара с SPF 30, фитопитание, 200 мл, большой крем, SPF 30, это очень хорошо, для светлой, чувствительной и даже детской кожи водостойки. Ну, не знаю, как нас насчет водостойки, но, по крайней мере, написано здесь правильная высокая защита от лучей UVA и UVB, то есть это два вида лучей, наверное, как вы знаете, вот такая вот, да, такое обозначение, это правильное теперь обозначение, еще должны быть плюсики, то есть степень защиты от тех самых лучей, которые проникают вглубь и, соответственно, производят не внешний ожог такой, да, от которого пигментные пятнышки, а внутреннее разрушение, это UVB. Итак, давайте попробуем. Я еще не пробовала ничего. Аромат приятный. Вот такой вот кремчик. Белый след не оставляет, что приятно. Очень приятно пахнет. Чистая линия вообще у них приятный очень аромат. Если вы знаете, такие в основном фруктово-цветочные. Ненавязчиво пахнет. И довольно быстро впитывается. Нет никакой ощущения липкости. Отлично. Это вещь, то, что надо. И тут указана стоимость этой вещи. То есть стоимость косметички самой в районе 850 рублей целиком, да, всех средств. И это средство стоит 310 рублей. Средняя цена в магазине. Ну, хорошо. Может быть, здесь чуть-чуть завышены. Обратите внимание цены. Так, следующий. Лак. Гель-лак для ногтей Pink Up, да? Pink Up гель. Ищем, ищем, ищем. Вот он. Я, честно говоря, вытащила его первым, посмотрела и для вас специально сделала вот такую вот пробу. Вот так он выглядит на пальчике. Очень хорошо быстро сохнет. Я не очень сейчас ношу лак, как я вам уже говорила. Я сейчас лечу свои ноготочки, поэтому у меня нет никакого лака на ногтях. И кому интересно, чем я лечу, специальными минералами и воском специальным, я вам обязательно расскажу. Ну, что я могу сказать? Он, несмотря на то, что он довольно густой, он очень быстро сохнет. Смотрите, для тех, у кого аллергия, например, как у меня, на гель-лак, который сушится в лампе, на многие лаки у меня вот аллергии на такие, да, которые требуют закрепления специальной лампой, к сожалению. Естественно, 189 в подружке стоит, то есть это недорогие лаки. Сейчас я даже заходила, они еще дешевле там. Так, следующее. Тимотей шампунь, роскошный объем. И Тимотей бальзам ополаскиватель. Роскошный объем. Вот что там такое тяжелое. Это вот они. Вот такие. Вот, ничего не могу сказать. Не пробовала такие вещи. Пока еще. Давайте попробую и скажу вам. Хорошо, расскажу, что это такое за шампунь. Давайте только аромат проверим, потому что бывают такие ароматы. Нет, приятный. Фруктовый такой. Не могу сказать, что он прям сильно очень на грейпфрут похож. Но, по крайней мере, розовенький такой. 100 рублей стоит Тимотей бальзам-ополаскиватель и 120 шампунь. Ну, что-то пока не очень дорогие средства, пока не покрывают нашу стоимость общей косметички. Так, давайте посмотрим еще.
Экспресс-маски для лица 15 мл всего лишь, восстанавливающие, освежающие, коллагеновые. Здесь вот три маски, которые могли положить в этот набор. Мне досталось, соответственно, зеленая. Это освежающая маска для лица, для уставшей кожи с экстрактом бамбука, масло абрикоса и миндаля. Мгновенно улучшает цвет лица, снимая следы усталости. Ну, в общем, все то, что я люблю, когда я люблю быстрый экспресс, да, такой реанимационный уход для кожи. Как правило, очень много времени у нас с вами нет, именно поэтому я делаю маски в процессе готовки, как вы видите. И в любой совершенно момент я стараюсь сделать какую-то масочку, которая будет моим экспресс-уходом и улучшит всегда цвет лица, напитает, увлажнит. Единственное, но здесь очень мало, мне кажется, 15 мл. Ну, посмотрим, пока не очень понимаю, как этим пользоваться. Так, ага, то есть она не вынимается, вот эта вот коробочка, или вынимается? А, нет, вынимается, вот, вынимается. То есть ее вот так вот можно вынуть. Я обдрала ее, простите. Но она вот так открывается. И это вот, как, знаете, мне напоминает маслица. Знаете, такие лимедики бывают. Одноразовый вариант. Ну, фактически это пробник. Меня пока, опять же, ничем не удивили. Не устраивает такая цена. Так, давайте посмотрим, сколько она стоит. 109 рублей. Ого! За такой маленький кусочек 109 рублей. Каще. Мгновенная маска Глискур. Oil Nutriactive. Так, средняя цена в магазине 370 рублей. Ну, это, конечно, я не знаю, может, преувеличили чуть-чуть, или действительно Глискур столько стоит. Я как-то Глискур много не покупала. По-моему, один шампунь и какой-то спрей для волос. Вот такой вот. Ну, конечно, красиво. Видите, Глискур следит за своей упаковкой. То есть, как маркетолог, могу сказать, что это привлекательная очень упаковка. И, может быть, часть цены все-таки еще из-за упаковки такая высокая цена. Просто по той простой причине, что вложились в нее. И, ну, красиво, удобно ее держать в руках. Такая приятная, как зеркальце. Распределение средства на ладони, на влажные волосы после мытья оставить минимум на 30 секунд. О, то есть это очень быстрая маска. Ну что ж, защита от секущихся кончиков за 30 секунд ощутимо и эластично для длинных секущихся волос. Ага, понятно. Значит, я могу отдать эту маску своей дочери. У нее очень длинные волосы, коса ниже пояса, так что вот эта маска, видимо, для нее. Ну и дальше я спрошу у нее и посмотрю по результатам. Поделюсь обязательно с вами отзывом об этой масочке. И что, последний, серьезно, ребята, Диваш Тушь Памп Ит Ап. Ну что ж, попробовать отечественную косметику я всегда за бюджетную. И давайте посмотрим. Миниатюрной силиконовой кистью, угольно-черным цветом, уникальным компонентом, придающим ресницам, приподнимающим ресницы от корней. Средняя цена 369 рублей. Эти вот три средства полностью, получается, окупают всю эту косметичку, если они действительно по настоящей цене здесь указаны, то есть если это не преувеличенная цена. Давайте посмотрим. Вот такая вот она масенькая какая-то, прям совсем без изгиба. Или есть маленький какой-то, ну, угольно-черный. Знаете, как проверять, да, тушь, чтобы она хлюпнула? Должен быть вот такой звук. Слушайте, вот такой должен быть звук. Неприятного аромата нет, и даже есть... Даже есть какая-то отдушка. Они пытались создать что-то типа аромата меда, который я не очень люблю, когда он искусственный, конечно. Но здесь он, ну, лучше такой аромат, чем ужасный аромат, знаете, как иногда бывает аромат туши какой. Положили вот такие вот салфеточки в подарок. Но я так понимаю, что они совсем прям недорогие, да? Здесь есть цена или нет? Нет, ваш бонус. Just Me, салфетки влажные, гигиенические, эксклюзивно в сети аптек Ригла. Ну что ж, с молочной кислотой, салфетки влажные для интимной гигиены. Я всегда за то, чтобы иметь с собой вот такие вот салфеточки для того, чтобы, соответственно, в течение дня, когда я вне дома, воспользоваться ими. Это очень хорошо, очень правильно. Давайте обязательно в школу вашим деткам такие салфетки и в институты приучайте к гигиене, и не будет никаких проблем, не будете их лечить никакими таблетками и свечками. Так, делаю вывод, что я, наверное, прекращу баловаться вот такими вот
гламбегами. Гламбокс я тоже пробовала, тоже не особо окупает. Правда, был вот единственный гламбек, который я заказывала. И действительно, в нем был один продукт, вот хочу вам его показать. Это кушан от Yves Rocher. Единственное, что мне не подошел цвет, но стоимость его более 1000 рублей. Вот такой вот кушан. Просто чтобы вы знали, если вам не подходит цвет кушана, или у вас закончился кушан, но есть хороший тональный крем, либо BB-основа, CC-основа какая-то, которую вам хочется носить с собой, вам удобнее, например, пользоваться ей вот из этой губки, вы можете смело налить ее в эту губку. То есть не бойтесь. Бойтесь, не стесняйтесь, экономьте на том, что вы не будете покупать специально другой какой-то цвет. Используйте все, что есть. Ну что ж, друзья, я делаю вывод, что, в принципе, это не очень выгодный сервис Glambag. То есть, ну, иногда окупается, иногда нет, поэтому не тратьте, мне кажется, на мой взгляд, это мое мнение, свои деньги. Ну, конечно, кто любит сюрпризы, неожиданности и прямо ждет, что такое ему туда положит, то, в общем, ничего такого грандиозного не ждите. Это маркетинговый ход для тех, кто любит обновки и такие спонтанные покупки. Ну, все, что мне положили еще вот скидка на вот это кафе Мими, вот эти масочки, ну, вряд ли я их буду приобретать за такую стоимость огромную, конечно, 100 с чем-то рублей. Я могу приобрести в Organic Kitchen на 100 миллилитров, а не на 15 маску и пользоваться ей месяц дома и на тело ее наносить, и на лицо, и на зоны декольте. Соответственно, не вижу ничего в этом привлекательного теперь для себя, и буду приобретать только то, что, соответственно, считаю выгодным и нужным. Это вы были сегодня со мной, надеюсь, была для вас полезна. Желаю вам прекрасного дня, будьте благодарны за все, что имеете. Пока!